Всем привет, с вами Веб, и давненько мы не знакомились с откровениями обитателей дипвеба. Ужасающими, отвратительными и в то же самое время притягательными. Да-да, с вами снова рубрика «Подслушано в дипвебе». Здесь мы подслушиваем то, до чего не дотягиваются уши других. И хочу заметить, мы этого нисколько не стесняемся. Ведь авторы этих посланий хотели, чтобы они были услышаны. И именно поэтому они выложили их на сайте Tell Me Your Secrets. В этом сайте вы наверняка и без меня, ну или со мной, наслышаны. Поэтому присаживайся поудобнее, на время заткни свою совесть, и мы начинаем. Честно, я не понимаю, как сюда попал. Жизненно, ведь именно так и начинался мой путь в нетсталкинг. Поздравьям, пов а патагака. Боже, как же хорош мой польский. Ладно, шучу. На самом деле я не знаю польского. Точнее, я знаю одно слово. Поэтому, пожалуй, напишу его в комментариях к этому откровению. Согласитесь, всяко лучшее, чем ничего. Я хочу убить себя, но я не знаю как. Ох уж эти суицидники. Готовы на все, чтобы привлечь чужое внимание. В итоге же, конечно, все делается ради удовлетворения своего раздувшегося эго. Ведь, надеюсь, вы не думаете, что он зашел на сайт Tell Me Your Secrets, чтобы спросить, как ему покончить с собой. Тем не менее, я не Нострадамус и даже не Иисус. Поэтому я допускаю шанс, что я ошибаюсь. Но даже если он действительно поехавший мудак, то и тут его план обречен на провал. Ведь сюрприз-сюрприз, на сайте нельзя смотреть собственные откровения. Поэтому, думаю, этот чувак спасен. Двигаемся дальше. Я очень жестокий сукин сын. И я ищу какой-нибудь сайт со снафом. Какие-нибудь предложения? Да, конечно. Чекай комменты, заходи на сайт и в поиске вбивай... поиск по сообществу. Думаю, такого жестокого сукина сына, как ты, этот супер больной сайт не разочарует. Я люблю мир. Ну а как вы думали, позитив есть везде, даже в глубинном интернете. Аноним пишет. Я хочу сбросить атомную бомбу на Аляску для миграции пингвинов в Мексику. Возможно, вы спросите, зачем? Естественно, чтобы они отрастили милые мексиканские усики. Ну, хуй его знает, конечно, но, по-моему, генетические опыты нужно проводить несколько иным путем. И да, кстати, пингвины на Аляске не водятся, так что, возможно, это писал какой-то школьник, который прогуливает географию. Я, конечно, понимаю, что это глубинный интернет, и тут могут написать все, что угодно, но, знаете, а что если этот идиот найдет, где купить бомбу и сбросит ее куда-нибудь, не знаю, на Аляску или там Мексику? Что ж, кажется, я начинаю понимать, зачем спецслужбы хотят полностью контролировать Darknet. Аноним пишет. Мне 15, и я гей. Я довольно долго встречался с парнем из Мексики, и мои родители и друзья ничего до сих пор не заподозрили. Это еще что? Каково тебе будет, когда ты узнаешь, что ты ебешься с пингвином? Бога нет. Что ж, дамы и господа, узрите будущее Рунета. Так, для того, чтобы кому-то высказаться, придется выходить в глубинный интернет. Иначе пиздец. Помогите, я очень привязан к Каалам. С одной такой у меня состоялись очень близкие отношения на сафари. И теперь я очень привязан к этим животным. Я даже сохранил себе немного денег про запас, чтобы еще раз поехать в Австралию. Ну, я даже не знаю, что и сказать. Я в замешательстве. Чувак поехал в Австралию, замутил там роман с Каалой и... Блять, вот что я вам скажу. Вся жизнь этого анонима — это один большой артхаус-фильм. Черт его знает, я не вправе указывать, что кому делать, но Светлане Басковой я всячески рекомендую экранизировать эту трогательную историю. Да что уж там, я даже могу скинуться всей съемочной группе на билет на Австралию. Так что, Света, если надо, пиши. Личка всегда открыта. Я убил свою собаку, потому что она не могла перестать лаять. Что я только что наделал? Ну, мы знаем, что происходит с теми, кто хочет пристрелить свою собаку за громкий лай. А вообще, не верь. Судите сами. Чувак якобы только что убил своего пса, и он сразу после этого бежит об этом рассказать на сайт Tell Me Your Secrets? Конечно же нет. В первую очередь он бы побежал ВКонтакте, в паблике подслушано. Так что да, очевидно пиздеж, дело можно считать закрытым. В общем-то, как и этот выпуск, подслушано в дипвебе. Ну а я, конечно, спешу напомнить, что ты можешь поставить лайк,
поделиться этим видео с друзьями и оставить комментарий. Все это очень поможет каналу и даст мне мотивацию пилить все новые и новые видео. Хотя кому я это объясняю, все это ты и так прекрасно знаешь. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и паблик, комментируйте видео, рассказывайте о них друзьям и новые выпуски не заставят себя долго ждать. Ну а с вами, как всегда, BlueWeb. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока.